Невероятное буйство красок, яркая цветопередача, игра контрастов. Изучая картины Валерия Рыбакова, гости вернисажа невольно сравнивали их с творчеством импрессионистов, стремившихся запечатлеть ускользающее мгновение. Букеты цветов, наполненные светом, улицы родного города или далекой Франции, написанные смелым широким мазком. Посетители сходились во мнении, что картины автора покоряют и влюбляют в себя с первого взгляда. Мне нравится то, что они все как будто светятся, они так красиво нарисованы. Ну, мне очень понравилось, особенно в том зале, у меня там любимая картина есть. Да, там такие фонари, да. Просто как будто бы они прям выходят из картины и светятся, все, потому да. Что такая техника вот нарисована, вот оно как будто бы выпукло все. Очень Валерий Рыбаков пишет в оригинальной технике. Он работает не кистью, а мастихином, который помогает ровно нанести краски и создать рельефный мазок. Именно поэтому на холсте рождаются сюжеты, наполненные глубиной и яркостью. Большинство работ – натюрморты, где главные герои – пышные букеты цветов и пейзажи, на которых Валерий запечатлел природу в разных ипостасях. Предпочтение этим жанрам живописи автор объясняет просто. Я просто хочу свой восторг передать. Вот я смотрю. Как красиво, как это вкусно пахнет, такой аромат, еще солнце так красиво падает на эти лепестки, и просто вот замираешь и думаешь, ну если я это не напишу, это будет преступление. Я пишу лишь потому, что я не могу не писать. Я вошел в мир живописи и не с парадного, а с черного входа, говорит Валерий Рыбаков. Уроженец Баранович, проработав инженером 2 года, понял, что его призвание – писать. Не имея художественного образования, молодой человек увлекся компьютерной графикой. Однако желание исповедаться на холсте все же взяло верх. С тех пор Валерий не расстается с любимыми красками. Глядя на его работы, начиная с первых и вот нынешними работами, можно проследить, что, безусловно, конечно, он прошел большой путь, вот, достиг определенного результата. И я считаю, что достаточно закономерно, что как этап такого развития – это выставка в городе Бресте. Валерий Рыбаков принимал участие на международных выставках живописи в виртуальном режиме, что позволило коллекционерам разных стран мира познакомиться с творчеством барановического художника. Сегодня его работы находятся в частных коллекциях России и Украины, странах Западной Европы, Америки, и это еще не весь список. Теперь и у брещан появилась уникальная возможность познакомиться с удивительной симфонией красок Валерия Рыбакова. Мы хотели показать весь мир духовный, душевное состояние художника, который хочет себя подарить миру, подарить свою красоту, свои эмоции, свою любовь. Вот для него главная любовь. И мне кажется, что в этой выставке это удалось. Потому что вот все, кто приходит сюда, еще до начала выставки, ну, не выходят равнодушными, а это главное. Значит, художник сумел это сделать. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.